Специалисты КЗХ продолжают активную работу по установке детской площадки на набережной реки Магаданки 55. Напомним, что в этом году установили уже 5 игровых комплексов. Некоторые из них теперь радуют детей, проживающих по улице Октябрьская и набережная 15. Конкретно на этом участке уже уложили травмобезопасное покрытие, установили некоторые малые архитектурные формы и детский игровой комплекс. Ну, на этапе у нас уже почти завершение, тут дня 2-3 осталось нам доделать. Кустарник. Ну, засыпать, посадить. Вот. И ждем ограждения. Когда ограждения подойдут, мы поставим до конца их, и все, в принципе, площадка будет готова. Помыть осталось все. Дня 3-4 и будет завершение уже. Да, качели установили, они просто стоят, чтобы дети не поломали, их забетонировали и заложили резиновым покрытием. А их просто надо прикрутить, поставить и все. Тут это недолго, полдня работы. И это все сделается, поставится. И тут еще будут урны ставить, и карусель будут стоять. Также сегодня начали облагораживать газон. Из растений здесь посадили ольху, иву и небольшие елки. В общей сложности кустов более 200 и около 10 деревьев. Кроме этого, сегодня по улице Марчиканская, 2, корпус 1, специалисты КЗХ произведут демонтаж старой спортивной площадки.